Хочеш квартиру? Держава допоможе. Програма «Доступне житло» на виконання соціальних ініціатив президента України. Кредитування під 3% річних. Часткова компенсація процентів за кредитами для всіх бажаючих. Дізнайся більше на сайті minregion.gov.ua та за телефонами 284-05-64 у Києві або 24-66-85 та 24-66-77 у Кіровограді. Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим. Разом заради добра. Тема дня продовжує інформаційний випуск. І, власне, сьогодні ми говоримо про новий проєкт в сфері, в галузі медицини. Власне, на Кіровоградщині ситуація по онкозахворюваності залишається стабільною, проте ми таки лідируємо на Україні. В Україні. І, власне, сьогодні у нас у гостях головний лікар обласного онкодиспансеру Костянтин Яринич. Вітаю в нашій студії. І, власне, розкажіть нам, прошу, про такий проєкт по томотерапії. А деталізуйте, що це взагалі за явище і хто його ініціатор? Мы, наверное, впервые с вами заговариваем об этом проекте так открыто, потому что до этого шли серьезные подготовительные работы. Впервые представители американско-австрийской фирмы, которая предложила нам разработать и внедрить этот проект у нас в Кировоградском онкологическом диспансере, впервые появилась у нас где-то около 3-3,5 месяцев назад. Тогда было предложено внедрить у нас абсолютно уникальную технику, которой действительно единицы во всем мире. Единичные такие аппараты стоят в Российской Федерации, единичные стоят в Европе. В Украине такой аппаратуры нет на сегодняшний день вообще. И в других странах СНГ нет вообще. Смысл этого проекта в том, что ставятся мощные линейные ускорители, их будет как минимум два, вместе с мощнейшей компьютерной техникой, МРТ-диагностикой, которая в целом будет давать возможность лечить бескровно пациентов онкологического профиля. Знаете, этот проект очень такой сложный, очень сложный не только в плане финансирования, но и в плане технического оснащения, поэтому мы с осторожностью подходим к этому проекту. Изначально он был презентован в кабинете губернатора области, и только после того, кстати, интересная была ситуация, потому что предложено было нескольким областям у нас в Украине внедрить этот проект. В частности, было такое предложение сделано Одесской области, было предложение сделано Херсонской области. Но пока все остальные губернаторы думали, Андрей Иванович сказал, да, мы хотим, закрывайте все предложения, этот проект пойдет у нас. Ну, после этого начались подготовительные работы, и вот 31 января прошла сессия областного совета, которая утвердила наши намерения по внедрению этого проекта. И вот сейчас мы ждем уже американо-австрийскую делегацию, которая уже нам расскажет степ-бай-степ, как мы начинаем работу, с чего мы начинаем двигаться, и что мы получим в результате и через какое время. Ми говоримо, власне, спершу ви вже зазначили про принцип лікування, хоча й досить коротко, перейшли на організаційні моменти. Що це буде на базі онкодиспансеру це відбуватиметься? Як це виглядатиме? Ну, от зараз ми вже виділили около 1000 квадратних метрів під розміщення цього центру. Поміщення є, вони теж унікальні. Не во всіх областях вони є, тому от і були виділені Одеська, Херсонська і Кіровоградська область, в яких хоча б теоретично можна було виконати цей проєкт. Изначально, конечно, вы абсолютно правильно задали вопрос, должны быть помещения. Это серьезная радиологическая техника, которая требует определенных сложных по своей конструкции помещений. Ну вот у нас эти так называемые каньоны есть, толщина там стен не меньше, чем 3-3,5 метра, свинцовая либо ритовая штукатурка, то есть специальная отделка. И сложность самого конструктива, дает возможность этому проекту немножко его удешевить, потому что каждый из таких каньонов уже изначально стоит около 10 миллионов.
Поэтому они искали регионы, в которых они могут, ну, сделать это немного дешевле, потому что это реально будет отражаться и на расходных материалах, и на качестве исследования в дальнейшем. Поэтому то, что это делается на Кировоградщине, вы знаете, наверное, это большое достижение того, чтобы, ну, практически успели схватить этот проект. Это позиционирует и онкологический центр, и дает определенные новые возможности лечения этих онкологических заболеваний. Я хотел бы сказать, что сейчас такой центр подобный есть единственный в Украине. Еще раз делаю акцент на том, что это подобный. Это киберклиника Спиженко, которая работает под Киевом. И вот эта фирма, которая нам сейчас будет инсталлировать это оборудование, она участвовала и в оснащении той клиники Спиженко. Эта клиника Спиженко единственная, там большая нагрузка, но и уровень аппаратуры, конечно, за 10-12 лет с того времени, когда начала работать эта клиника, она поменялась. Поэтому мы сейчас говорим о том, что это реально уникальное оборудование, которое дает возможность лечить опухоли любого размера, любой локализации и любого количества, что очень важно, потому что в клинике Спиженко есть определенные ограничения по поводу лечения онкологических заболеваний и по локализации, и по размерам. Здесь же будет в состоянии онлайн контролироваться чувствительность опухоли к лучевому воздействию, то есть и доза лучевой нагрузки будет корректироваться в состоянии онлайн. Больше того, большая часть всей работы этой аппаратуры, она автоматизирована. Это очень важно, когда техника уже дошла до такого уровня, когда она сама контролирует и дозу, и количество, и длительность, и так далее. Все-таки техника сейчас развивается по тому направлению, чем меньше в ней участвует человек, тем, естественно, лучше результаты. Хотя здесь я вам скажу, что перед нами стоит огромная задача, потому что подготовка такого уровня специалистов, которые должны работать на этой аппаратуре, она заслуживает отдельного разговора и отдельной, ну, это отдельная сложность и отдельное финансирование. Но это входит в финансовый проект этого проекта нашего. Насправді цей проект заслуговує, мабуть, окремого ефіру. Все ж таки, не залишається менше двох хвилин. Досить коротко. Скажіть, будь ласка, хто будуть фахівці? Чи це будуть місцеві, чи будуть запрошені? Це наші спеціалісти. Вони будуть проходити стажировку за рубежом. У цієї компанії, яка предоставляє нам таку можливість, є своя радіологічна школа, що дуже важливо. Сумове вираження цього проекту на сьогоднішній день, по приблизительним нашим даним, около 25 мільйонів євро. Тобто существенний такой взнос. Это проект не кировоградский, это проект даже не украинский, это проект европейский, потому что стоимость лечения на этой аппаратуре будет, ну, в разы меньше, чем сейчас это проходит меньше, в Европе. Меньше, не навпаки. Меньше, естественно. При том, что вартість обладнання буде набагато вище. Да, да. Досить коротко ще, коли почнеться, коли закінчиться, і за цей час перехідний, ви відмовитеся від технологій, які зараз використовуєте? Все то, що предоставляв онкологічний диспансер, ми будемо предоставляти цю допомогу. Ні в коєму випадку, ніякої, ні один із пацієнтів не почуває, що він чогось лишився. Тобто вся та апаратура... Ви не закриєтеся на ремонт? Ні, вся та апаратура, яка у нас працювала, всі ті технології, які ми приміняли, ми будемо приміняти, і паралельно цьому виростає ще один радіологічний корпус, по суті діла. Начало цього проєкту 2014 рік, в якому ми зараз знаходимося, і окончання проєкту 2014 рік. Дуже швидкі сроки. Нас завіряють в 9-10 місяців. Ну, посмотрим по факту. Приблизительно сроки реалізації проєкту от такі. Я вам дякую. Насправді вже майже немає в нас часу. Доводиться завершувати. Гадаю, що ще встигнуть наші глядачі почути, побачити, що буде за проєкт, і він буде успішним, гадаю. Нагадаю, що сьогодні у темі дня був головний лікар обласного онкодиспансеру Костянтин Яринич. На все добре.